Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную кофточку. Подходит мой размерчик на девочку где-то 1,5-2 годика. Но, в принципе, в зависимости от выбранного цвета можно связать такую кофточку и для мальчика. Но на мальчика, как вы понимаете, получится немножечко на меньший возраст, то есть где-то до 1,5 года. Вот. Конечно же, бывают разные детки, поэтому я вам дам сейчас размеры. Смотрите, у меня в полуобхвате кофточка 27 сантиметров. В рукавчике у меня от горловинки, то есть посмотрите, вот резиночка на горловинке, я резиночку отбрасываю. И дальше рукавчик у меня 31 сантиметр. Внутренняя сторона 19 сантиметров, но это когда у нас отвернут вот здесь вот отворотик. Если же развернуть, то еще плюс как минимум 4 сантиметра. Вязала я по кругу рукавчик, поэтому посмотрите, у нас здесь никакого шва нет ни с лицевой, ни с изнаночной стороны. И можно смело отвернуть рукавчик, и получится еще плюсик где-то 4 сантиметров в длине рукавчика. То есть, соответственно, уже к 19 внутреннего рукава сантиметрам добавляется еще 4 сантиметра. Вот, в принципе, выбрала я довольно-таки простой узорчик. Я взяла основную лицевую гладь и платочную вязку. Платочная вязка, я оформила серединку кофточки. Благодаря этому мне не пришлось вывязывать росток. У нас получилась спинка длиннее, чем перед. Вот, и платочной вязкой я также решила связать рукавчик. При том, что посерединке я выбрала самый простой узорчик-жгутик. Вот, как на мой взгляд, в принципе, кофточка получилась довольно-таки симпатично. Сзади у меня, посмотрите, кофточка на замочке, то есть, посмотрите, на спинке у нас замочек. Я решила кофту вязать не сильно впритык горловинке, а именно вот такую вот с небольшим запасиком. Скажем, она будет ложиться ниже, соответственно, где-то на наши косточки, как бы, вот. И я сделала ее на замочке. Вшила замочек, в принципе, я вручную, абсолютно ничего страшного, кофточка ручной вязки, поэтому замочек я тоже решила ручной вязки, ручной вставки сделать. Вот, как на мой взгляд, довольно-таки получилось симпатично и гармонично сюда вошел замочек. Можете, в принципе, здесь сделать планочку с пуговичками, тогда вам придется сделать такой вот небольшой нахлест. Либо вяжите, как я, а затем просто крючком вывяжите планочку. Вот, то есть, соответственно, у вас получится как бы нахлесты. На одну из планочек вы сделаете часть дырочки, петельки для пуговичек, а на другой пришьете сами пуговички. Но это уже по желанию. Я буду делать замочком. Вот, и в принципе вязала я ее самым обычным вот здесь вот регланным способом. Посмотрите, низ оформила резиночкой, как и верх, как и рукавчики. Можно сделать вот с отворота, можно сделать без, вы уже смотрите сами. Так как кофточка маленького размера, то я решила сделать с отворотом, для того, чтобы был какой-то хотя бы минимальный запасик размера. Высота данной кофточки у меня от плеча до самого низа 33 сантиметра. Здесь уже вы также варьируете свой размерчик. И для начала расчетов я вам рекомендую связать небольшой образец с лицевой гладью, платочной вязкой и резиночкой 1х1 для того, чтобы не ошибиться в дальнейшем с получившимся в итоге размером. Я вязала, скажем, остатками пряжи, мне где-то ушло порядка 100, где-то максимум 10 грамм. Вот, вы уже, исходя из своей пряжи, из своей толщины пряжи, подбираете спицы, вяжете образец вот такими вот рисуночками нашими, из которых я вязала кофточку, и дальше приступаем к самим расчетам. Я буду показывать, как я буду расчет делать на данный размер кофточки. Вы уже подстраиваетесь и смотрите, что я откуда беру, где, куда, скажем так, прибавляю, умножаю, делю. Итак, кому интересно, конечно же, присоединяйтесь. Вяжем с вами кофточку такую вместе. Для вязания нам понадобится пряжа. Я буду использовать из своих запасов полушерстяную пряжу средней толщины. К сожалению, производителя я вам не подскажу. Дальше буду вязать спицами круговыми номер 4,5. Если же вы будете рукавчики вязать тоже по кругу, как и основное полотно, то вам понадобятся также чулочные спицы.
Я буду вязать от резинки до конца вязания нашего одним номером спиц. Хотите, можете резиночку вязать спицами на пол размера меньше. Хотите, можете точно так же, как и я, вязать от начала до конца спицами одного размера. Если же будете вязать прямыми обратными рядами рукавчики, то в принципе вам достаточно будет лишь обычных круговых спиц. Дальше нам понадобится крючок, ножнички, сантиметр и 4 маркера, либо обычные 4 булавочки. Также вам понадобятся держатели для рукавов, это две такие вот большие обычные булавочки. Можете заменить, в принципе, их ниточкой с иголочкой, нанизав предварительно открытые петельки, а затем переоденете их обратно на спицу с ниточки. Перед тем, как начать вязать, я немножечко вам расскажу о расчетах, как я делала расчет на данную кофточку и как вам можно увеличить либо уменьшить. И точно так же, если вы вяжете, допустим, спицами потолще, потоньше, другой пряжей, соответственно, вы будете вязать своей пряжей, потому что, в принципе, попасть точь-в-точь в такую же пряжу, ну, я думаю, процентов, скажем так, 20-30, не больше. Итак, смотрите, нам понадобится обхват шеи ребенка, окружность груди, дальше длина плеча, так как это реглан, нам нужно именно иметь длину плеча, ширину от горловины до, скажем так, грани начала ручки. Обязательно. Затем длину плеча уже мы определились. И нужно определиться от длины плеча до самого запястья, то есть до ручки длины, которой вы хотите для кофточки. Плюс еще вам нужно будет к общей длине добавить резинку для отворота. То есть, смотрите, вам нужно будет для точной как бы уверенности, нужно будет определить внешнюю часть рукава длину и внутреннюю часть, это от проймочки под мышкой до, скажем так, длины уже, ну, как бы с отворотиком. То есть, если вы отвернете, вот какая у вас длина, скажем, именно до отворота. Отворот вы не считаете пока. Отворот у нас будет шириной где-то 4-4,5 сантиметра, я потом определюсь по ходу вязания. Точно так же я буду заканчивать и начинать резиночкой, соответственно, тоже 4-4,5 сантиметра у меня будет обвязочка резиночки 1 на 1. Дальше, смотрите, так как у меня кофточка рассчитана на ребенка до 2 лет, то есть маленький довольно-таки размерчик, то я буду делать его без ростка. Обязательно, я уточняю, делаю самым обычным регланным способом. Причем росток мне здесь не нужен лишь потому, что, смотрите, у меня в центре по кофточке будет связана платочная вязка. Платочная вязка по рядам высоту как бы так сужается гармошкой, поэтому задняя сторона у меня, спинка, будет длиннее, чем вот эта передняя сторона наша гармошкой, которая сложится немножечко. Она на самом деле ровная будет, все, но рапорт узора в высоту платочной вязки отличается по длине, чем рапорт, например, узора лицевой глади, которой я буду вязать все остальное, помимо обвязывания горловины, низа кофточки, скажем так, запястья, вот, и, соответственно, центральных петель платочной вязки. Вот, и выбрала я самый-самый простой узорчик, это резинка 1 на 1, платочная вязка и лицевая гладь. Я думаю, что здесь понятно. Соответственно, нам нужно будет спицами, которыми мы будем вязать, и пряжей, которой будете вязать, нужно будет связать небольшой образец, буквально 10 на 10 сантиметров, для того, чтобы рассчитать, сколько в центральных 10 сантиметрах у вас помещается петелек. Я высчитала, что у меня лицевая гладь составляет 15 петелек в 10 сантиметрах. Соответственно, в 1 сантиметре я делю петли на 10 сантиметров, получается 1,5 петли в 1 сантиметре. Если вы свяжете образец с резиночкой 1 на 1, для того, чтобы нам рассчитать, сколько все-таки петель и будет ли нам хорошо, скажем так, и удобно заканчивать резинка 1 на 1, я сравнила. У меня получается в 1 сантиметре 2 петли, если вязать резиночкой 1 на 1. Это тоже обязательно. Вот. Теперь смотрите, для того, чтобы нам рассчитать на данный размерчик, нужны все данные, то есть окружность шеи, окружность груди, высота изделия, длина рукавчика внешняя, внутренняя, соответственно,
полуобхват груди. То есть вы окружность груди, обхват груди или окружность груди умножаете, скажем так, еще при, не умножаете, а прибавляете на обхват либо 3, либо 5 сантиметров. Тут, опять же, зависит от того, насколько вы любите свободное. Например, если вы вяжете для мальчика, то это должно быть не менее 5 сантиметров. Если для девочки, то девочки более любят приталенное, то там можно взять и 3 сантиметра. Я взяла универсально, то есть 5 сантиметров. Я добавила к окружности груди 48 сантиметров, которая у меня изначально. Я добавила 5 сантиметров на обхват, получилось 53 сантиметра. То есть мы 53 делим на 2 части, и полуобхват у меня получается 26,5 сантиметров. То есть после расширения нашего реглана у меня должно получиться 26,5 сантиметров. Плюс к этим 26,5 сантиметров мне нужно будет добавить расширение реглана на 4 петли больше. Я потом, когда буду, скажем, делить перед спинку соединять и отделять рукавчики, то я буду там 4 петельки убавлять, для того, чтобы у меня были не растянутые вот здесь вот краешки, как рукавчика, так и между, в общем, подмышкой, между передом и спинкой. Но, опять же, этих 4 петелечек можно не добавлять. То есть можете делать расширение меньше впритык именно ваших 25,5 сантиметров в полуобхвате, или 26,5, или 37, сколько у вас будет. То, соответственно, вы умножаете на количество петелек и делаете расширение до того количества петелек, до которого вы хотите, чтобы была полуобхват или полуокружность в итоге. Теперь же, точно так же здесь у вас нужно знать, сколько будет ручка в обхвате. Но, исходя из того, что я буду делать детскую кофточку, то я буду расширять рукавчик не сильно. То есть он у меня будет практически прямой. Я сделаю буквально на рукавчике там в начале вот убавления, как я вам говорила, вот здесь вот в начале переда и спинки соединения. И в начале соединения рукавчика я сделаю для того, чтобы, опять же, не были растянутые краешки. И затем буквально 2-3 убавочки сделаю на протяжении рукавчика уже окончания, то есть чтобы немножечко его буквально закруглить. Но я хочу, чтобы рукавчик был широкий, опять же, чтобы подошел для девочки и для мальчика, то тут вы уже, ну, как бы смотрите на свое усмотрение. И подходим непосредственно уже к самим расчетам. То есть смотрите, окружность шеи у меня 26 сантиметров. Я добавляю плюс 4 для, скажем, свободного прилегания, и у меня получается 30 сантиметров. Если я наберу 30 сантиметров по количеству петель в одном сантиметре 1,5, то получается очень узко. Я хочу, чтобы было более ниже, то есть спущено на шею, непосредственно уже не под горло, а так вот немножечко кофточкой. То я связала резиночкой 1,1 и получила вот 2 петли, которые я вам говорила. Вот я 30 буду умножать на 2 петли, те, которые у меня в резинке 1,1. Не на лицевую гладь, а на резинку 1,1, то есть на 2 петли. Изначально по окружности шеи я добавила на прилегание, умножила сантиметры на количество петель в сантиметрах на 2 петли и получила изначально 60 число. То есть чаще всего это как бы четное число, и у меня оно получилось очень даже круглое. Вот я круглое это число вписываю на окружность. То есть представим, что реглан сверху горловинка, это 60 петель. Вот она, горловинка наша. Нам нужно из этих 60 петель вычесть петли реглана. Их может быть как по 2, как по 1, как по 3, как по 4. Чаще всего используют 2. Но, честно говоря, вот я почему-то 2 сейчас не захотела использовать. Это детский очень размер, поэтому я беру всего по 1 петельке. Итак, я забираю из 60 петель нашего реглана 4 петли, то есть 60 петель. Я убираю с них 4 петли реглана, получаю 56 петель, которые нам нужно распределить по всей окружности. И я заранее определила, что у меня на спинке будет такой вот, скажем, разрезик. Для чего? Объясню. Для того, чтобы, если мы сейчас возьмем вот эти 30 сантиметров по окружности шеи, то эти 30 сантиметров голова ребенка просто не пройдет. И нам нужно делать либо планочку, либо петельки какие-то с пуговичками, либо какие-то разрезики. Я пока не определилась, что я буду
скажем, чем я буду здесь вот этот разрез потом, скажем, восполнять. Это может быть какие-то будут либо завязочки, шнурочки, вот, либо это будут петельки с пуговичками, либо это будет, не знаю, молния, к примеру. Вот, то я вот решила именно почему-то вот молнию сделать, скорее всего, чтобы была закрыта у меня спинка. Вот, если хотите, можете изначально распределить петли для планки, то есть на пуговички. Но я этого делать не буду, я просто буду вязать кокеточку прямыми обратными рядами, расширять наш регланчик. И у меня будет спинка пока делиться на две части, то есть перед, два рукавчика и две части спинки. Вот так и запомним. Перед, рукавчик первый, рукав второй и две части спинки. То есть спинка первая часть и вторая. Рукавчик первый и второй. Теперь смотрите. Нам сейчас нужно вот эти 56 петель, которые остались после расчета вычисления регланных петель, нам нужно поделить на 3. То есть 56 мы делим на 3. Это получается 18,6666, в общем, 18,66 будем считать округленное. Ну или 67 сотых, если вам удобно. Вот, теперь смотрите, мы как бы должны распределить одну часть из 18 вот этих вот, вот мы делили на 3. Первая часть это перед, вторая часть это спинка. Третья часть делится напополам на два рукавчика. Чтобы у нас получилось четное количество, которое я чаще всего использую для реглана, четное количество на перед, спинку и два рукавчика. Смотрите, я забираю 18 целых на перед, не трогаю пока сотые, 18 целых на спинку, то есть я делю напополам, у меня спинка пока прямыми обратными рядами, то получается по 9 петелек на спинку, на первую и вторую часть 18 пополам. И у меня остается 67 сотых спереда и спинки. Я их распределяю на рукавчики. То есть если я сейчас поделю, получается, рукавчики на 2, то я забрала фактически уже целых 2 петли. И у меня получается на первом рукавчике 10 петель будет. И на втором рукавчике 10 петель. То есть, смотрите, 67 сотых я округлила до, скажем, целой петли с одной и с другой стороны распределила на рукавчики. То есть, если вы помните, 56 на 3 мы делили по 18, 18 это было бы по 9. Но мы забрали вот эти вот сотые части спереда и спинки, получилось по целой петле. То есть, смотрите, мы, получается, наперед взяли 18 из 60, 18 на спинку, по 10 на рукавчики, 20 напополам я поделила, и 4 регланных петли. Кромочных петель у нас нет, обратите внимание, у нас просто потом замкнется вязание круг. И теперь смотрите, нам вот эти 10 петель нужно поделить на непосредственно сам узорчик платочной вязки и косы. Коса или жгутик у нас состоит из 6 лицевых петель с одной и с другой стороны. И у нас остается, если мы 10 убавим 6 с 10 отнимем, то получается 4. 4 мы делим на 2 стороны, то есть 2, 2. И с этой стороны аналогично первому рукавчику. То есть 10 петель мы распределили на вот такое вот, скажем так, первое распределение. Это 6 петель жгута. И по 2 петли на платочную вязку для начала вязания рукавчика. То есть на распределение реглана непосредственно перед резинкой. И теперь смотрите, я буду вязать рукавчики и основное вязание, там где грудь и талия, уже непосредственно в круговую. То есть смотрите, мы сначала вяжем прямыми обратными рядами. И затем я перейду на круговую. Обязательно учтите, что при, скажем, поворотных рядах, и круговом вязании. Вязание может плотность отличаться, то есть количество петель может быть больше, а может быть меньше. Чаще всего это меньше, потому что плотность как бы уменьшается и идет как бы на сужение. Если вам нравится, что у вас пойдет немного на сужение, то ничего страшного. Можете до самого-самого конца вязать поворотными рядами, соответственно, потом сзади у вас будет либо шов, либо какая-то планочка, либо пуговички.
Вот, но я буду вязать на круговых спицах. Можете взять на леске, на тросике. Чем будет короче тросик или леска, тем будет вам проще вязать круговую. У меня будет тросик, к сожалению, 80 сантиметров, и я буду каждый раз его подвигать. Вот. На рукавчике я буду использовать именно чулочные спицы. Почему? Потому что, опять же, тоже круговое вязание. Я не хочу потом сшивать рукавчики с внутренней стороны. Если хотите, можете вязать прямыми обратными рядами на тех же спицах круговых на тросике, что и будете вязать основное вязание. И затем просто связать полотно и сшить его. Я не очень люблю сшивать, поэтому я буду вязать на чулочных спицах круговую рукавчики, потому что они меньше диаметром. Спицы я буду использовать одного номера. Хотите, можете для резиночки вот здесь вот сверху, снизу при обвязке и при обвязке отворотиком на рукавчиках использовать на пол размера, а то и на размер меньше. Это по желанию. Итак, начинаем наше вязание и набираем 60 петелек на наши спицы. Для начала наберем 60 петелек. 2 начальные я набираю на одну спицу, затем приставляю вторую и набираю еще 58 петелек самым обычным способом. Набрали нужное количество петелек нам и вытаскиваем свободную спицу. Обратите внимание, чтобы не вытащили на той спице, на которой у нас начальные 2 петельки. И теперь смотрите, мы начинаем вязать первый ряд. Первую петелечку я в этом ряду свяжу, во всех последующих рядах, пока у нас будут прямые обратные ряды, поворотные вязаться, то я буду ее снимать не провязанной. Итак, вяжу первую петельку изнаночной, дальше начинаю вязать лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так я начинаю вязать первый ряд формирования резиночки. Один на один, чередуя то лицевая петля, то изнаночная, то лицевая, то изнаночная. Последняя петля кромочная у нас будет всегда вязаться и в лицевых, и в изнаночных рядах изнаночной петлей. Причем обратите внимание, что я сейчас вяжу все петельки и лицевые, и изнаночные за переднюю ближайшую стеночку. Последняя кромочная петля изнаночная и поворачиваем на второй ряд. Второй ряд, первую кромочную снимаем и дальше вяжем по рисунку. Лицевая над лицевой за дальнюю стеночку, изнаночная над изнаночной за ближайшую стеночку. Снова лицевая за дальнюю стеночку, изнаночная за переднюю. И так вот вяжем, чередуя лицевая над лицевой петлей, изнаночная над изнаночной. То есть, сформировав в первом ряду резиночку 1 на 1, во втором и во всех последующих рядах высоты резиночки мы будем вязать по рисунку, так как ложатся петельки. Итак, резиночка 1 на 1, нам нужно продолжить вязание до тех пор, пока у нас не станет ширина резинки 4 сантиметра. У меня получилось высоту 7 провязанных рядочков. И теперь, начиная с четного 8 ряда, мы начинаем формировать наш реглан. То есть сейчас мы начнем отсчитывать количество петелек для того, чтобы отделить спинку, первую часть. Затем перейти на регланную линию и отделить рукавчик первый, затем перед, второй рукавчик и вторую часть спинки. То есть мы сейчас будем отсчитывать нам нужное количество петелек и параллельно будем отмечать булавочками наши регланные линии для удобства в дальнейшем. В восьмом ряду это у нас будет лицевой ряд. Почему? Потому что вот эта вот наборочная наша косичка красивая будет с лицевой стороны. А те, которые нечетные ряды мы вязали, вот они, наши рубчики с изнаночной стороны остаются. И сейчас мы начинаем формировать регланчик и параллельно провязывать первый ряд. Смотрите, в первом ряду все промежуточные петли, помимо регланных, мы будем провязывать лицевыми петлями. А в изнаночном ряду мы сформируем первый ряд нашего узора для дальнейшего вязания кофточки. Итак. Берем первую петлю кромочную, снимаем и все последующие дальнейшие ряды, прямые, обратные, будем начинать и заканчивать кромочными петлями. Они у нас входят в число 9 петель на задней стороне, то есть на нашей спинке. И теперь смотрите, это первая петля кромочная, дальше отсчитываем 8 лицевых. Вяжем лицевые петли лицевыми за дальние стенки, а изнаночные петли за
вот эти вот ближайшие стеночки лицевыми петлями. 1, 2, дальше 3, 4, 5, 6, 7, 8. И с кромочной петелькой мы провязали первые 9 петелечек, то есть первую часть нашей спинки. Теперь берем, делаем накид, берем нашу булавочку либо маркер и отмечаем лицевую петельку. Лицевая петля — это у нас будет регланная петля. Сделали накид, дальше лицевую вяжем за дальнюю стеночку лицевой и снова делаем накид. То есть мы перед регланной линией и после регланной линии сделали по накиду. Теперь отсчитываем наши 10 петель рукавчика. Первая лицевая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая и десятая. Дальше берем нашу булавочку вторую и отмечаем изнаночную петлю. Это вторая регланная петля, наша вторая регланная линия начала. И теперь перед регланной линией мы делаем накид. Дальше регланную линию вяжем лицевой. И после регланной линии делаем накид. Теперь отсчитываем 18 петель лицевых. Это линия переда. Первая, вторая лицевая, далее третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцатая, семнадцатая и восемнадцатая петля. Линию переда закончили, дальше делаем накид и лицевую петлю отмечаем третьей булавочкой. Это третья регланная линия или третья регланная петля этого ряда. Дальше перед ней делаем накид, ее вяжем лицевой петлю и дальше делаем после нее также накид второй. Теперь отсчитываем второй рукавчик 10 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. И снова изнаночную петлю отмечаем четвертой последней булавочкой. Это последняя регланная линия, регланная петля. Дальше делаем накид, ее провязываем лицевой и после нее делаем накид. И до конца ряда у нас остается 8 лицевых, 9 кромочная петля изнаночная. Вяжем 8 лицевых. И девятая петля спинки нашей, кромочная пока, изнаночная. И дальше поворачиваем на второй ряд, и он у нас изнаночный. Или девятый ряд от начала вязания. Кромочную снимаем, дальше вяжем 8 изнаночных петель по рисунку за ближайшие стеночки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше у нас идет накид. Мы снимаем накид на правую спицу и переодеваем перекрещенной, делаем петелькой. И вяжем также петлю за ближайшую стеночку изнаночной. Мы будем перекрещивать для того, чтобы у нас здесь не было больших дырочек. Теперь регланную линию изнаночную, которую мы с вами отметили вот булавочкой, мы вяжем изнаночной. С лицевой стороны мы будем лицевой петлей вязать эту петлю, а с изнаночной стороны изнаночной, то есть по рисунку. Дальше у нас идут петельки для рукавчика. Смотрите, берем, перекрещиваем наш накид и одеваем обратно на левую спицу. Вяжем эту петлю лицевой, дальше первую и вторую петлю лицевой после накида. То есть у нас получается после линии реглана первой 3 лицевые, перекрещенный накид и 2 лицевые. Дальше вяжем 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше повторяем в зеркальном отображении 2 лицевые и перекрещенный вот этот накид со второй регланной линии у нас также лицевой. Вот так вот провязали наш рукавчик. Теперь вторая регланная линия мы вяжем с изнаночной стороны изнаночной петлей. Дальше у нас линия переда. На линии переда мы должны будем 18 петелек наших провязать лицевыми петлями. А вот эти накиды скрещенными петлями изнаночными. Перекрещиваем петлю и вяжем ее
изнаночной. Дальше 18 вот эти изнаночных петелек мы провяжем лицевыми. Первая лицевая, дальше вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, шестнадцатая, семнадцатая и восемнадцатая петля. Дальше накид с третьей регланной линии перекрещиваем и вяжем изнаночной петелькой. То есть зеркально первой стороне у нас был накид изнаночной, и с этой стороны мы вяжем ее изнаночной. Дальше регланная петля, мы вяжем ее изнаночной. И дальше приступаем ко второму рукавчику. Берем, перекрещиваем накид, вяжем его лицевой петлей. Дальше еще 2 лицевые довязываем. 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И зеркально второй стороне 2 лицевые. И накид с 4 регланной линии мы вяжем также лицевой. То есть 3 лицевая после 6 изнаночных. Дальше регланный последний. Вот здесь вот последняя линия. 4 петелька, отмеченная булавочкой, вяжем изнаночной, так как это изнаночная сторона. И дальше накид мы последний перекрещиваем и вяжем изнаночной петлей. Дальше у нас идут 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И кромочная петля, 9 последняя, изнаночная. Мы связали второй ряд и сформировали первый ряд, получается, с изнаночной стороны нашим узорчиком. И благодаря этому третий ряд сейчас нам будет вязать гораздо проще. Кромочную снимаем не провязанной. Дальше у нас идут 9 лицевых. То есть смотрите, у нас было, получается, в первом ряду после кромочной 8 лицевых. Благодаря нашей регланной линии перекрещенному провязанному накиду у нас уже 9 лицевых. Отсчитываем. 1, 2 лицевая, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Обратите внимание, что я вяжу за дальние стеночки, чтобы не перекрещивались лицевые петельки. Дальше у нас идет отмеченная наша первая регланная линия. Вот она, наша лицевая. Мы перед ней делаем накид. Дальше лицевую вяжем лицевой и после нее вяжем второй накид. Теперь у нас 3 изнаночные. Мы эти изнаночные вяжем лицевыми петельками за переднюю стеночку. 1, 2, 3. Дальше у нас идут 6 лицевых, так и вяжем 6 лицевых за дальние стеночки. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Дальше у нас идут 3 изнаночные, мы вяжем 3 лицевые и дошли до второй отмеченной регланной петли. Делаем передний накид, регланную петлю вяжем лицевой и после лицевой делаем снова накид. Теперь у нас, смотрите, идет одна лицевая, то есть перекрещенный накид, провязанный в изнаночном ряду. И идут у нас, смотрите, центральная передняя, 18 изнаночных петель. Мы вяжем их лицевыми, 18 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17 и 18. Дальше нашу лицевую довязываем лицевой. Перед регланной третьей линией делаем накид, лицевую провязываем регланную лицевой и после нее делаем снова накид. Теперь над тремя изнаночными вяжем 3 лицевые, 1, 2, 3, 6 лицевых над 6 лицевыми за дальние стеночки, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И над тремя изнаночными снова 3 лицевые, аналогично первой стороне. Это петли рукавчика и дошли до 4 регланной линии между рукавчиком и второй частью спинки. Делаем накид, регланную линию лицевой провязываем за дальнюю стеночку и после нее делаем накид. Довязываем 9 лицевых и кромочная последняя петля у нас до конца ряда остается изнаночная. Вяжем лицевые за дальние стеночки, чтобы не были перекрещенные петельки. И кромочная петля у нас изнаночная. Поворачиваем на четвертый ряд. Четвертый ряд у нас будет по рисунку, так как это изнаночный ряд. Но при этом мы сейчас будем уже
смотреть и ориентироваться на наш узорчик, я вам буду говорить, что у нас сейчас, как будет провязываться. Смотрите, кромочная петля у нас снимается непровязанной, дальше вяжем 9 изнаночных петель над 9 лицевыми предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дальше у нас идет первый накид нашей регланной петли. Мы вяжем перекрещенной изнаночной за переднюю стеночку. То есть перекрещиваем и одеваем обратно на левую спицу. Провязываем правой спицей перекрещенную изнаночную петлю. То есть снова к нашей спинке прибавилась одна петля. Дальше наша регланная петля с изнаночной стороны вяжется изнаночной. И у нас второй накид. Перекрещиваем и вяжем накид лицевой петлей. Перекрещенной лицевой петлей. Дальше довязываем 3 лицевые. 1, 2, 3 и 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше у нас остается параллельно первой стороне вот этой в зеркальном отображении 3 лицевые. 1, 2, 3 и 4 лицевая — это перекрещенный наш накид. Вот так вот, лицевой за дальнюю стеночку. Теперь у нас вторая регланная петля. Вот она у нас изнаночная, вот она булавочка. Вяжем ее изнаночной. И теперь снова наш накид перекрещиваем и вяжем. Получается уже 2 изнаночные петли. Накид первая изнаночная и следующая петля изнаночная, та, которая у нас уже имеется. Теперь средняя. Наши 18 петель переда вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17 и 18. Дальше довязываем одну изнаночную имеющуюся уже петлю. Теперь накид перекрещиваем и вяжем вторую изнаночную. Дальше регланная петля у нас третья изнаночная, вот она наша булавочка, отмеченная петелька. И снова накид вяжем перекрещенной лицевой. Аналогично первому рукавчику довязываем 3 лицевые, 1, 2, 3. То есть с накидом лицевым это у нас уже 4 лицевые. Дальше центральные петли 6, это изнаночные, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и остается до накида нашего 3 лицевые петли довязать и накид также перекрещенной лицевой за дальнюю стеночку, то есть 4 лицевую. Дальше последняя регланная у нас петля, вот она 4 линия, отмеченная булавочкой, вяжем изнаночной. Накид вяжем 2 перекрещенной изнаночной петлей и дальше довязываем 9 изнаночных. И кромочную петлю также вяжем изнаночной. Пятый ряд нашего реглана после резиночки вяжем уже следующим образом. Кромочную снимаем. Дальше к нашим лицевым добавилась снова одна петелька. И их у нас уже не 9, а 10 лицевых до регланной первой линии. Итак, снимаем кромочную. Дальше вяжем за дальние стеночки 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Дальше делаем перед регланной нашей петлей накид. Регланную петлю вяжем лицевой. И после нее делаем снова накид. И довязываем наши 4, вот над 4 изнаночными, 4 лицевые. Это первые петельки нашего рукавчика. 1, 2, 3, 4. Обратите внимание, что лицевые я из изнаночных вяжу за передние стеночки. То есть обратите внимание также, что мы вяжем, получается, первую часть рукавчика перед лицевыми и вторую часть рукавчика платочной вязкой. А теперь возьмите в руки нашу булавочку для рукавчиков. И она нам понадобится еще для того, чтобы сделать перекрещивание. В пятом ряду мы сделаем первое перекрещивание нашего жгутика на рукавчике. Поэтому снимаем первые 3 петли на булавочку и можете застегнуть, можете не застегивать, оставьте перед работой. Дальше 4, 5 и 6 петельку я провязываю
лицевыми петлями и третью. Дальше возвращаю с булавочки наши три оставленные перед работой петли на булавке обратно на левую спицу и довязываю их за дальнюю стеночку также 3 лицевые, 1, 2, 3 за дальнюю стеночку. Так мы сделали первое перекрещивание в левую сторону. Теперь дальше довязываем до нашего, скажем так, до нашей второй регланной линии 4 лицевые петли над 4 изнаночными. 1, 2, 3 и 4. Точно так же перед регланной второй линией, как всегда, запомните, что в каждом лицевом ряду мы будем делать прибавления возле регланных линий. Вот здесь вот, где наши регланные петельки отмечены, 1, 2, 3, 4, по накиду с каждой стороны. Вот он, первый накид, лицевая петля регланная, второй накид. Снова делаем накид, лицевая петля регланная, вторая, и после нее также делаем накид. Дальше довязываем 2 лицевые петли по рисунку. Теперь 18 петель переда нам нужно вязать также платочной вязкой, как и на рукавчике. Поэтому с лицевой стороны мы всегда будем вязать лицевыми петлями, и с изнаночной стороны мы центральные 18 петель будем вязать лицевыми петлями, то есть платочной вязкой. Сделав вот здесь вот наш накид, мы провязали 2 лицевые, то есть они у нас, получается, уже отходят как бы в боковую сторону. И начинается 18 центральных петель переда. Поэтому вяжем 18 лицевых за переднюю стеночку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17 и 18. Дальше аналогично первой стороне зеркальное отображение. Это 2 у нас идут лицевые. Дальше делаем накид. Регланную третью линию вяжем лицевой и после нее делаем накид. Дальше мы пришли ко второму рукавчику. Первые 4 лицевые мы вяжем за передние стеночки над 4 изнаночными петлями, то есть платочной нашей вязкой. И дальше вот эти 6 петель нам нужно перекрестить с наклоном уже вправо. То есть первый рукавчик мы перекрестили с наклоном влево 6 петель, а сейчас 6 петель вправо. Для этого берем снова нашу булавочку и снимаем первые 3 петли из 6 лицевых на нашу булавочку и оставляем за работой. Обратите внимание, за работой. Дальше провязываем 4, 5 и 6 лицевую за дальнюю стеночку и возвращаем с нашей булавочки 3 оставленные петли за работой обратно на нашу левую спицу. Вернули и дальше точно так же из-за дальней стеночки провяжем первую, вторую и третью петлю, оставленную лицевыми петлями. Таким образом мы сделали наклон вправо. Теперь у нас 4 петли изнаночные, мы над ними вяжем 4 лицевые за передние стеночки, то есть платочной вязкой продолжаем вязать. Теперь четвертая наша линия реглана, лицевая петля, мы перед ней делаем накид, ее вяжем лицевой и после нее также делаем накид. Довязываем до конца ряда 10 лицевых вторую часть спинки. И кромочная петля наша, пока она считается кромочной, изнаночная. Поворачиваем на изнаночный ряд и продолжаем вязать по рисунку. Кромочную снимаем. Дальше у нас идут 10 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дальше наш накид. Вяжем перекрещенной изнаночной петлей. Теперь регланная линия наша с лицевой стороны лицевая, так как это изнаночная сторона, мы вяжем ее изнаночной петлей. Вот она, отмеченная булавочкой, наша первая петелька. Теперь у нас идет, вот он, накид. Мы вяжем перекрещенной петлей лицевой. Дальше у нас идут, получается, вот они, посмотрите, 4 петли платочной вязки рукавчика. Мы вяжем 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. 6 петель нашего жгутика перекрещенного мы вяжем изнаночными. 6 изнаночных, 3, 4, 5, 6.
Дальше зеркально первой стороне 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. И перекрещенная вот эта петелечка, наш накид, это 5-я лицевая петля рукавчика. Дальше мы дошли до второй регланной петли линии и вяжем с изнаночной стороны изнаночной петелькой. Дальше у нас вот он накид второй, поэтому мы вяжем перекрещенной изнаночной петлей. Дальше довязываем 2 изнаночные. И у нас подошло место там, где передние наши 18 петелек платочной вязкой. Поэтому вяжем с изнаночной стороны 18 лицевых петелек. 1, 2, 3, 4, 16, 17 и 18. Дальше у нас симметрично первой стороне 2 изнаночные. Вяжем накид перекрещенной изнаночной петелькой. Это у нас уже третья регланная линия. Вяжем ее изнаночной петлей с изнаночной стороны. И дальше у нас подошел момент ко второму рукавчику. Вяжем наш накид перекрещенной лицевой петлей. Дальше 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Вместе с накидом это уже получается 5 лицевых. Дальше у нас идет 6 изнаночных петель нашего жгута перекрещенного. И довязываем 4 лицевые петли симметрично первой стороне. И перекрещенной лицевой петлей вяжем наш накид с 4 регланной линии. Дальше 4 регланная линия, петля изнаночная. И вяжем второй накид с другой стороны перекрещенной изнаночной петлей. До конца ряда у нас остается 10 изнаночных, это вторая часть спинки. И кромочная изнаночная петля также. В седьмом лицевом ряду мы также продолжаем делать прибавления возле регланных линий с обеих сторон, делать по накиду. Поэтому кромочную снимаем. У нас добавилась уже одна лицевая снова на спинку, первую часть. Поэтому у нас уже 11 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Дальше делаем накид, регланную лицевую вяжем лицевой и после нее делаем накид. Теперь подошли мы к 5 петлям нашей платочной вязки рукавчика. Поэтому вяжем с лицевой стороны 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше у нас идут петельки жгута. Всегда запомните, с лицевой стороны эти 6 петелек будут вязаться лицевыми петлями, с изнаночной петли, с изнаночной стороны изнаночными петлями. То есть петельки жгута у нас всегда будут лицевой вязкой с лицевой стороны, как вот эта лицевая гладь. Теперь смотрите, у нас получается, мы сделали перекрещивание в 5-м лицевом ряду реглана, дальше провязали 6-й ряд по рисунку изнаночной, это первый ряд после перекрещивания. Дальше 7-й ряд, сейчас мы вяжем, это второй ряд после перекрещивания, который вяжется по рисунку. С лицевой стороны, значит, 6 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше у нас идут 5 петель платочной вязки, они у нас лицевые. 1, 2, 3, 4, 5. Подошли ко второй регланной линии, делаем накид. Лицевую петлю реглана вяжем лицевой и делаем после нее накид. Теперь у нас по рисунку идут 3 лицевые. 1, 2, 3. И дошли до 18 центральных петелек платочной вязки. Поэтому с лицевой стороны они, как и с изнаночной, также лицевые петельки. Поэтому вяжем 18 центральных лицевых петелек. Провязали центральные петли платочной вязкой и дальше у нас остается 3 лицевые петли переда. 1, 2, 3. Вяжем за дальние стеночки лицевыми петлями. Дальше делаем накид и перед третьей регланной петлей делаем накид, провязываем лицевую и после лицевой регланной делаем снова второй накид. Теперь у нас второй рукавчик, поэтому вяжем 5 петель платочной вязки лицевыми петлями, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. Дальше вяжем в
второй ряд после перекрещивания нашего жгутика, поэтому вяжем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. За дальние стеночки я вяжу лицевые, для того, чтобы не были перекрещенные петельки наши, перекрученные. И до конца рукавчика у нас остается 5 лицевых, то есть с другой стороны симметрично первой стороне платочная вязка. И мы подошли к последней регланной четвертой линии, делаем накид, вяжем лицевую и после нее делаем снова накид. Довязываем до конца ряда 11 лицевых за дальние стеночки и кромочная последняя петля у нас изнаночная. Изнаночный ряд вяжем по рисунку, кромочную снимаем, дальше вяжем 11 изнаночных петелек. 12 изнаночная петля это перекрещенный накид с первой регланной линии. Регланная петля изнаночная. Дальше вяжем перекрещенной петлей лицевой наш второй накид с другой стороны регланной линии и 5 лицевых платочной вязки. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше у нас идут 6 петель жгутика изнаночные и 5 лицевых с другой стороны платочной вязки. Накид вяжем перекрещенной 6 лицевой петлей. Вторая регланная петля у нас также идет изнаночная по рисунку. И довязываем еще к нашему перекрещенному накиду, провязываем изнаночной и довязываем еще 3 изнаночные петли по рисунку лицевой глади с изнаночной стороны. Это изнаночная гладь. Теперь вяжем 18 лицевых. Это центральные петельки переда платочной вязки. По другую сторону платочной вязки симметрично первой стороне идут 3 изнаночные и перекрещенная изнаночная петля наш накид. Дальше изнаночная регланная петля и с другой стороны наш накид уже вяжется перекрещенной лицевой петлей и довязывается еще 5 лицевых петель платочной вязки нашей по одну сторону жгута на рукавчике. Теперь петли жгута это 6 изнаночных с изнаночной стороны. И это третий ряд, без изменения вяжем третий ряд жгутика после перекрещивания. И дальше 5 петель платочной вязки по рисунку, это 5 лицевых. И перекрещенной 6 лицевой наш накид с 4 линии реглана. 4 петля реглана у нас изнаночная. И с другой стороны наш накид, это перекрещенная изнаночная петля. Дальше до конца ряда довязываем 11 изнаночных петель по рисунку лицевой глади с изнаночной стороны изнаночными петлями. И кромочная последняя петля у нас также идет изнаночная. В 9 лицевом ряду, я думаю, что вам уже очень хорошо видно, что где, как мы распределили. И теперь смотрите, просто можете не отсчитывать, а кромочную снимаем. Дальше до регланной отмеченной нашей лицевой петли вяжем все петли лицевые за дальние стеночки лицевой гладью. Перед петлей реглана делаем накид, петлю реглана лицевой с лицевой стороны и снова после нее делаем накид. Дальше у нас идут 6 петель платочной вязки, первая часть рукавчика, центральная часть рукавчика это наш жгут из 6 лицевых, так и вяжем 6 лицевых. И третья часть рукавчика это 6 лицевых петель с другой стороны симметрично, тоже платочной вязкой. Дальше снова наша регланная лицевая линия, по обе стороны от нее идут накиды, она у нас, как всегда, лицевая по рисунку. Дальше у нас идут 4 лицевые, наша лицевая гладь с одной стороны, 4 лицевые с другой стороны, а посерединке у нас 18 петель лицевых, это платочная вязка. То есть петли переда с лицевой стороны будем вязать всего лишь лицевыми петлями от начала регланной линии второй до начала третьей регланной линии. Дальше у нас второй рукавчик симметрично первому. Это 6 петель платочной вязки лицевые, 6 петель центральные жгута и 6 петель лицевые платочной вязки второй стороны. Дальше регланная линия. Не забывайте делать по обе стороны накиды. И дальше лицевой гладью довязываем до конца ряда. Последняя петля у нас изнаночная. Изнаночный ряд вяжем по рисунку. Вяжем перекрещенными петельками накиды. Смотрим, как ложатся петли. То есть, смотрите, там, где у нас платочная вязка, вяжем лицевыми петлями. Там, где у нас гладь изнаночная, то вяжем изнаночными перекрещенными петельками.
петли центральные передовяжем лицевыми петлями, так как платочная вязка. И по обе стороны жгута не забывайте, также у нас платочная вязка на рукавчиках. Центральные 6 петель жгутики, где у нас это изнаночные петельки. То есть сейчас довязываете самостоятельно после нашего перекрещивания в 5 ряду еще 9 ряд лицевой, 10 изнаночный ряд, а в 11 лицевом ряду мы с вами сделаем перекрещивание, так как после 5 мы провязали 6 без изменения ряд, 7, 8. Сейчас вы провяжете 9 и 10, а в 11 ряду мы сделаем в 6 ряду лицевом, сделаем перекрещивание. То есть мы сделали в 5 ряду, это будет считаться как первый ряд перекрещивания, после него 5 рядочков без изменения нашего жгута. И в 11 лицевом ряду мы с вами сделаем снова перекрещивание. Сначала в левую сторону, а на втором рукавчике в правую сторону. И, наконец, довязали до 11 ряда. В 11 ряду сделаем перекрещивание жгутика. А так делаем все без изменения. Кромочную снимаем. Дальше вяжем лицевые петли до регланной первой линии. Делаем перед линией и после по накиду. Регланную линию вяжем по рисунку с лицевой стороны лицевой петлей. Дальше петли платочной вязки по обеим сторонам от жгута мы будем вязать. Для этого вяжем сначала первую часть нашей платочной вязкой до жгутика. Затем жгутик сделаем с перекрещиванием в левую сторону. И дальше провяжем снова вот эти вот петельки до следующей регланной линии лицевыми петлями. Связали петли платочной вязки лицевыми, дальше подошли к 6 лицевым петелькам жгута. Первые 3 петли снимаем на булавочку и оставляем их перед работой. Дальше 4, 5, 6 лицевую вяжем за дальние стеночки лицевыми петлями. И с булавочки с нашей переснимаем 3 эти петельки, оставленные перед работой, обратно на левую спицу. И вяжем за дальние стеночки лицевыми петлями. 1, 2 и 3. Дальше вяжем снова наши лицевые петельки. Регланную линию по обе стороны от нее накиды делаем. Дальше лицевая гладь. Петли платочной вязки 18. Снова лицевая гладь, регланная линия и лицевые петли. Первая часть из трех нашего второго рукавчика. Это лицевые петельки. И доходим до вот этих 6 лицевых центральных нашего жгутика. Дошли до второго жгута и снова берем нашу булавочку и снимаем на нее первые 3 петельки. И оставляем их на булавочке за работой. То есть будем делать перекрещивание в правую сторону. Поэтому 4, 5 и 6 петлю вяжем лицевыми петлями. И затем с булавочки с нашей возвращаем обратно на левую спицу наши оставленные 3 петли. И вяжем их также лицевыми петельками, вот так вот ниточку за работу отправляем и вяжем их лицевыми за дальнюю стеночку. Вот так вот сделали перекрещивание в правую сторону нашего жгутика. И дальше довязываем наши петельки платочной вязки рукавчика. Дальше у нас идет регланная линия, перед ней и после нее делаем накид. И довязываем до конца ряда лицевую гладь, кромочная петля, изнаночная. Итак, вот мы с вами связали сейчас 11 лицевой ряд. Сейчас продолжаете вязать 12 изнаночный ряд, дальше 13, 14, 15, 16. И в 17 лицевом ряду мы снова провяжем, как и 11 ряд, с перекрещиванием жгутика. Все остальные промежуточные ряды, это 12, 13, 14, 15 и 16, вяжем просто 6 лицевых на уровне жгутика. А регланные линии так и продолжаем дальше делать прибавления. Причем с изнаночной стороны продолжаем дальше вывязывать изнаночную гладь на уровне спинки первой части и второй. Дальше платочная вязка по обеим сторонам нашего рукавчика, то есть лицевые петли с изнаночной стороны и лицевые петли с лицевой стороны. Продолжаем вязать наши по 6 петель жгутика. Теперь у нас здесь, смотрите, продолжается вязаться лицевая гладь. И только центральные 18 петель переда у нас вяжутся платочной вязкой лицевыми петлями с лицевой и с изнаночной стороны. То есть дальше вот так вот продолжаем вязать до тех пор, пока у нас с передней стороны не станет нужная
ширина полуобхвата, уравняющаяся груди. Сзади вот эти две половинки вместе, если совместить, не будут равняться полуобхвату груди на спинке. И дальше наши вот эти рукавчики будут расширяться до тех пор, пока нам не нужно будет, скажем, отделять рукавчики от общего обхвата груди. Причем я пока продолжу сейчас вязать дальше прямыми обратными рядами, то есть я пока еще не замыкаю вязание круговую. Вот, мне пока хочется дальше вязать прямыми обратными рядами для того, чтобы здесь смело входила голова без проблем. Вот, поэтому я дальше продолжу вот так вот делать прибавление наперед, на рукавчики и на спинку, на заднюю нашу часть. Я думаю, что вы здесь справитесь. В принципе, самое главное, запомните, вяжите по рисунку. С лицевых сторон мы будем делать прибавление на регланной линии, делать накиды с обеих сторон регланных вот этих вот петелек. А с изнаночной стороны просто вязать по рисунку. Снова с лицевых добавлять, с изнаночных по рисунку. Итак, я расширила нашу кокеточку до 25 ряда связала. Сейчас я нахожусь в начале 26 ряда, и как вы помните, он у нас изнаночный. То есть сейчас я, получается, провязала первое перекрещивание, второе, третье, четвертое на рукавчике с одной стороны и на втором рукавчике с другой стороны. И провязала дальше по рисунку 2 ряда. То есть сейчас нам остается еще третий, четвертый, пятый ряд связать, и в шестом будем делать перекрещивание на рукавчике. Но предварительно мы сейчас замкнем нашу кокеточку в круг. То есть замкнем наше вязание в круг и будем вязать по кругу уже. Самое главное, что, смотрите, при круговом и прямом обратном вязании поворотными рядами у нас отличается вязка. И вот чтобы она сильно не отличалась, вяжите посвободнее, потому что при поворотных рядах мы вяжем свободнее. И теперь смотрите, перед тем, как замкнуть вязание наше в круг, нам нужно соединить две половинки спинки. Для этого мы берем, делаем 2 воздушные петли. Смотрите, под ниточку рабочую заводим пальчик, захватываем рабочую ниточку и по пальчику поднимаем спицей вверх. То есть смотрите, под ниточку пальчик и свободным вот так вот движением заводим спицу и проводим по пальчику. Смотрите, с рабочей ниточкой захватываем и проводим по пальчику. Вот таким вот образом мы с вами набрали 2 петельки. Теперь мы начинаем вязать в круговую. То есть мы набрали 2 воздушные петельки и начинаем вязать 26 ряд. Как вы помните, он у нас вяжется по рисунку. При этом мы будем вязать четный ряд, провязывая вот эти накиды по рисунку. То есть смотрите, сейчас у нас первая петля, вторая, третья и так далее, лицевая гладь. То есть смотрите, вяжем лицевой гладью до первого накида перед первой регланной линией. Вяжем свободненько, то есть как бы продолжаем вязать 26 ряд, но уже не поворачивая на изнаночную сторону, а замкнув вязание в круг. И вот такими свободными петлями вяжем по кругу. Теперь смотрите, у нас первый накид перед регланной линией. Так как у нас лицевая гладь, то мы его вяжем, накид этот, перекрещенной лицевой петелькой за дальнюю стеночку. Теперь у нас первая регланная петля, мы вяжем ее лицевой. Дальше у нас идут петли платочной вязки. Как вы помните, с изнаночной стороны это лицевые петли. Так как у нас лицевые петли уже провязаны, мы чередуем ряд изнаночных петель. Поэтому накид второй мы перекрещиваем и вяжем изнаночной петлей. И все петельки до центрального жгута мы вяжем также изнаночными петлями за передние стеночки. У нас платочная вязка, как вы помните, ряд изнаночных петель, ряд лицевых, ряд изнаночных, ряд лицевых. Поэтому мы всегда вязали лицевыми петельками в изнаночном ряду. И при этом с лицевой стороны они у нас ложились изнаночными петельками. Вот так вот. То есть смотрите, как бы идет чередование дальше платочной вязки, но уже изнаночными петлями, так как мы вяжем не поворотными рядами, а по кругу.
Дальше у нас идет третий ряд жгута, поэтому мы вяжем без изменения 6 лицевых петель с лицевой стороны. Посмотрите, с изнаночной стороны они у нас были бы изнаночные, но так как мы с лицевой стороны, то они у нас лицевые, то есть это третий ряд после перекрещивания. Дальше аналогично первой стороне вяжем платочной вязкой нашей, следовательно, изнаночными петлями вот тут вот после жгута. И накид с регланной второй линии у нас будет также перекрещенной изнаночной петлей провязываться. Вяжем платочной вязкой изнаночными петлями после жгута. Вот он наш накид, мы перекрещиваем его и вяжем изнаночной петлей. Дальше у нас идет вторая регланная линия, лицевая петля. Мы вяжем ее лицевой. Дальше следующий накид мы вяжем также перекрещенной лицевой, потому что у нас здесь идет спереди лицевая гладь, дальше платочная вязка, лицевая гладь, поэтому скрещенной лицевой. И дальше продолжаем вязать лицевыми петлями до нашей платочной вязки по центру, центральных 18 петелек. А их мы будем вязать уже изнаночными петлями за ближайшую стеночку, потому что по чередованию платочной вязки лицевые изнаночные ряды у нас сейчас изнаночный ряд. То есть как бы делаем аналогично все, как бы мы делали при поворотном ряду, но по рисунку уже следовательно лицевой стороны. То есть сейчас вот эти центральные 18 петель вяжем изнаночными петлями, а дальше переднюю сторону заканчиваем лицевой гладью и скрещенной лицевой петлей вяжем накид. Довязали лицевую гладь переда, дальше у нас идет третья регланная петля. Мы вяжем ее лицевой, и дальше у нас петли рукавчика, поэтому накид вяжем перекрещенной изнаночной петлей. И дальше петли платочной вязки у нас также изнаночные. Центральные 6 петель лицевые, это петли жгутика. И третий ряд, как вы помните, мы вяжем без изменения. И дальше у нас снова перекрещенная изнаночная петля в конце рукавчика. И здесь у нас уже остается один накид, поэтому вяжем его скрещенной лицевой петлей, потому что у нас здесь идет лицевая гладь. То есть продолжаем дальше вязать до конца этого ряда по рисунку. Изнаночные петли там, где платочная вязка, и лицевые петли вяжем скрещенными лицевыми над лицевой гладью. Лицевую гладь мы довязываем до последней кромочной нашей петелечки. Смотрите, то есть провязав лицевую сторону, первую часть спинки, мы доходим до последней лицевой петли. Дальше у нас 2 петли, которые мы добавляли, 2 воздушные петли. Смотрите, мы берем, вяжем, вот так вот разворачиваем сначала лицевую последнюю петлю, и вяжем с первой добавленной петелькой вместе за дальнюю стеночку одной лицевой петлей. То есть я вот так вот немножечко расширяю добавленную петлю и за дальнюю стеночку вяжу 2 вместе одной лицевой петлей. То есть мы провязали и развернули петельку для того, чтобы красивой лицевой косичкой у нас шла вот эта последняя петля. Дальше у нас идет добавленная вторая петля. И первая петля со второй части спинки. Мы заводим за вторую петлю спицу, то есть за лицевую первую петлю получается. И вместе с добавленной петелькой вяжем 2 петли одной лицевой. То есть вот так вот заводим и вяжем лицевой. Почему первую мы вязали за дальнюю стеночку, а вторую за переднюю стеночку? Для того, чтобы повернуть красиво наше лицевое вязание. Будут петельки, если туго, можете сделать вот эти 2 лицевые петельки крючком. И вот смотрите, мы развернули, благодаря нашим поворотам лицевых петель, развернули вязание таким образом, чтобы у нас непрерывно лицевой гладью соединился вот здесь вот в круговую часть спинки нашей, первая и вторая. И дальше продолжаем вязать лицевыми петельками вторую часть спинки, то есть уже как бы начало следующего ряда. Опять же, сильно не затягивайте, чтобы вязание не сильно отличалось. И будем дальше продолжать вязание в круговую. И вот посмотрите, если бы мы сейчас просто провязали, начиная с предыдущего ряда
последнюю и первую петельку частей лицевыми, то у нас были бы растянутые петли. А благодаря вот этим добавленным двум петелькам, которые потом сократились в итоге при вязании вот этого ряда, то есть мы провязали первую добавленную с последней петлей ряда и вторую добавленную с первой петлей следующего ряда, у нас получилось как бы такой вот четкий выраженный угол. И теперь уже можно, скажем так, уже закрепив вот этот уголочек, смело вшивать как молнию, так и завязывать завязочку вот здесь вот в начале нашего вязания, то есть где наборочная ниточка. У нас уже уголочек, посмотрите, получился красивенький и зафиксированный. И дальше мы продолжаем вязать уже следующий ряд. Как вы помните, этот ряд у нас нечетный, то есть в четном ряду мы с вами вязали по рисунку нашей накида, а это уже получается нечетный ряд. И в каждом нечетном ряду мы продолжим дальше прибавлять петельки. Но на центральных вот этих петлях спинки мы не будем добавлять с этой стороны петельки ни с одной, ни с другой стороны. Вот здесь вот после регланной линии и перед регланной линией мы не будем добавлять, а будем добавлять лишь только после регланной линии и перед регланной линией на петлях рукавчика, там, где у нас платочная вязка. Это на одном рукавчике и с другой стороны на втором. Петли переда, аналогично петли спинки, мы трогать не будем. Мы просто будем вязать по рисунку, но круговую. То есть сейчас, смотрите, мы берем, довязываем лицевую гладь, вторую часть спинки до первой петли реглана, до первой полосочки, я бы сказала, первой линии реглана. Вот она у нас первая линия. И мы теперь, смотрите, довязывая вот это до последней лицевой, вяжем лицевую петлю реглана. Обратите внимание, перед ней я не сделала накид. Теперь делаем накид, и платочную вязку мы уже вяжем, чередуя лицевые петельки, потому что предыдущий ряд мы вязали изнаночные петли. То есть сейчас мы добавляем к рукавчику с каждой стороны по одной петелечке. То есть на рукавчик продолжаем набирать, потому что он у нас узкий еще пока. А на спинку и перед мы уже добавлять не будем. Вяжем петельки лицевые, и это у нас четвертый ряд. Будет вязаться по рисунку петли жгута. То есть сейчас у нас еще четвертый ряд будет по рисунку вязаться. Дальше мы свяжем пятый ряд. Как вы помните, он у нас четный, а значит изнаночный ряд при поворотных рядах был. И дальше уже провязав следующий ряд, мы будем делать уже перекрещивание. То есть это будет шестой ряд уже по счету нашего жгутика. То есть сейчас, смотрите, мы довяжем лицевые петли платочной вязки рукавчика с другой стороны. Дальше перед второй регланной петлей нашей мы сделаем накид. И дальше довязываем вторую регланную петлю лицевой петелькой. То есть сделали накид с одной стороны рукавчика и с другой стороны, добавив тем самым 2 петли на рукавчик. Теперь петли переда вяжем по рисунку лицевые петли над лицевыми. Где петельки у нас платочной вязки, мы снова чередуем лицевыми петельками. То есть предыдущий у нас был изнаночными, значит сейчас лицевыми продолжаем. То есть целый ряд переда у нас сейчас лицевыми петельками до конца, до регланной линии. А дальше после регланной петли лицевой мы сделаем снова накид, провяжем рукавчик и сделаем накид. Затем регланная линия и уже довяжем до конца лицевыми петельками до конца ряда. Провязали петли переда и третью регланную лицевую петлю. Дальше делаем накид и петли платочной вязки вяжем лицевыми петельками. Затем, еще раз повторюсь, петли жгута и снова лицевыми петельками продолжаем вязать вторую сторону платочной вязки. И не забываем, конечно же, сделать накид на рукавчик, добавить одну петельку. Тут уже, конечно же, симметрично первой стороне рукавчика второго, и соответственно, чтобы у вас были одинаковые рукавчики, как левый, так и правый. Вяжем свободненько, не забываем. Сделали накид, связали лицевую четвертую регланную петлю и довязали до конца ряда лицевыми петельками. Теперь начинаем вязать, получается уже четный ряд. Четный ряд, как вы помните, у нас изнаночный
мы просто вяжем по рисунку и накиды наши провязываем также по рисунку. Теперь смотрите, мы продолжаем вязать как бы фактически лицевую гладь над лицевой гладью лицевые петли. Дальше накид у нас будет вязаться перекрещенной изнаночной петлей, потому что сейчас чередование платочной вязки изнаночными петлями. И это пятый ряд жгута без изменения, без перекрещивания, то есть последний ряд. Дальше вяжем снова изнаночными над платочной вязкой, перекрещенной изнаночной петлей вяжем накид. Дальше лицевая гладь над лицевой гладью и снова изнаночные петли над платочными 18 петлями предыдущего ряда. То есть смотрите, вот здесь вот изнаночные петли и дальше лицевая гладь. Второй рукавчик вяжем симметрично по рисунку, при этом накиды вяжем перекрещенными изнаночными петлями. И все, смотрите, то есть мы просто довязываем четный ряд по рисунку, перекрещенными петлями вяжем добавленные петли накиды на рукавчике и как бы уравниваем на лицевой, на стороне как бы мы вяжем все по рисунку, как и на изнаночной, и при этом ничего не меняем на передней части и на спинке. Итак, довязали четный ряд по рисунку и приступаем к вязанию 29 ряда. Так как это не четный ряд, то мы продолжаем делать прибавления, но только лишь на рукавчике, как и в предыдущем нечетном ряду. То есть, смотрите, сейчас первые петельки вот этой лицевой глади до регланной линии мы вяжем без изменения лицевыми петельками. Дальше, после регланной лицевой линии мы делаем накид и вяжем лицевыми петельками петли платочной вязки. То есть по чередованию сейчас у нас лицевые петельки. Сделали накид и продолжаем вязать лицевые петли до наших 6 центральных лицевых петель жгутиком. Дошли до 6 петель жгутика и теперь на булавочку оставляем 3 первые петли перед работой. Дальше 4, 5, 6 петлю лицевую вяжем лицевыми на правую спицу. Возвращаем оставленные петельки с булавочки на левую спицу, переодеваем и вяжем также их лицевыми петлями. Сделали перекрещивание в левую сторону и дальше вяжем лицевые петельки до линии реглана и при этом снова сделаем перед лицевой петлей реглана один накид, то есть добавим еще одну петлю симметрично правой стороне вот здесь вот на нашей первой линии. То есть вот он накид, дальше петли платочной вязки, снова петли платочной вязки и накид сделаем, то есть симметрично. И петли переда мы вяжем без изменения, после регланной линии на петли переда мы не делаем прибавления, то есть не делаем накиды, а просто вяжем все абсолютно как есть по рисунку. Довязали петли платочной вязки, накид и вяжем регланную петлю лицевой. Дальше петли переда по рисунку и вот здесь вот у нас идут лицевые петельки на центральных 18 петлях, то есть чередование платочной вязки сейчас лицевые петли, поэтому петли переда все абсолютно будут в этом ряду лицевыми. Дошли до регланной нашей петли, вяжем ее к лицевым петлям, дальше делаем накид и затем платочная вязка, также продолжаем вязать лицевыми петельками, то есть добавили с одной стороны накид, то есть у нас это будет петелька. И дальше доходим лицевыми петлями до 6 центральных петель нашего жгутика. И сделаем снова перекрещивание, но уже в правую сторону. При этом мы на булавочке на нашей оставим 3 первые петли лицевые за работой. То есть переодеваем 3 лицевые петли на булавку и оставляем за работой. Дальше вяжем следующие 4, 5 и 6 лицевую петлю на правую спицу. И с булавочки возвращаем наши оставленные петельки. Вот так вот. Аккуратненько, чтобы не спускались у вас петли. Я довяжу свою еще одну петлю. И дальше 3 с булавочки. Лицевые петельки на правую спицу. Вот так. Сделали наклон вправо и теперь довязываем наши петли платочной вязки, они у нас сейчас лицевые. Затем перед регланной лицевой петлей, четвертой, последней, мы сделаем накид. И это будет последнее прибавление для рукавчика. Сейчас мы
довязываем платочную вязку. И вот делаем накид и довязываем последнюю петлю реглана лицевой. Смотрите, на этом прибавления наши закончились. Мы сейчас довяжем этот ряд до конца. И следующий ряд мы провяжем по рисунку. При этом накиды мы будем вязать перекрещенными изнаночными петлями, так как платочная вязка будет чередоваться с изнаночными петлями. И один ряд провяжем, получается, после перекрещивания. Вот здесь вот 6 лицевых центральных. Снова петли платочной вязки изнаночные. Накид перекрещенной изнаночной петлей. То есть мы, смотрите, добавили по 2 петли на каждую сторону из рукавчиков. С одной и с другой стороны, вот здесь вот. И теперь мы просто ряд провяжем по рисунку, как ложатся петельки. При этом учитывайте рисунок платочной вязки и с передней стороны. Также будут изнаночные 18 центральных петелек. И уже начиная со следующего ряда, то есть смотрите, 30 ряд мы сейчас четный провяжем по рисунку, так как он у нас по идее сейчас должен был поворотными рядами быть изнаночный. И уже начиная с 31 ряда мы будем распределять петельки для того, чтобы отделить петли рукавчика от петель спинки и переда. То есть сейчас по желанию можете уже начиная с этого ряда повесить булавочку, маркер в начало ряда. В дальнейшем это будет начало ряда не в середине, а с правой стороны, вот здесь вот после второго рукавчика. Я уже петельки реглана вот здесь вот, где у нас отмечала булавочки, с них сняла, а просто одну из них перенесла в конец самой четвертой последней петли реглана. То есть я отделила начальные петельки спинки, вот они у нас, и сейчас провяжу по рисунку последний наш 30 ряд, как бы он получается четный, и уже начиная с 31 ряда затем провяжу вот эти первые петельки и буду распределять уже на круговое вязание непосредственно нашей грудки. Довязали ряд, который у нас четный без изменения. Распределили наши накиды на петельки. И теперь смотрите, у нас получается провязан первый ряд после перекрещивания жгутика. Самое главное вам это запомнить, потому что сейчас мы будем оставлять открытые петельки. И дальше при продолжении вязания рукавчика вам это пригодится, потому что мы точно так же, как и в начале вязания, при вязании нашей кокетки, будем продолжать вязать рукавчик со жгутиком, перекрещивая в каждом шестом ряду. То есть первый вы ряд провязали, то вам еще нужно будет 4 ряда провязать по рисунку вот этого жгутика. И затем делать перекрещивание. То есть это запомните. И как вы помните, у нас сейчас ряд начинается именно с начала спинки. Поэтому сейчас в этом ряду мы будем уже формировать нашу грудочку, отделять рукавчики. И в начале ряда сейчас, вот в начале спинки нашей с задней стороны, мы уже сделаем убавление. То есть первую, вторую петельку мы заводим за вторую и вяжем вместе одной лицевой петлей. То есть делаем убавление. Смотрите. Теперь до последних двух петель перед регланной вот этой первой линией, вот это две петельки лицевые, довязываем все лицевые петли, абсолютно все, до этих двух последних перед регланной петлей лицевой. Мы их тоже убавим, то есть провяжем 2 вместе одной лицевой петлей. А промежуточные вот эти лицевые пока вяжем по рисунку. Довязали спинку до двух последних петелек. И теперь смотрите, разворачиваем, снимаем сначала на правую спицу 2 петельки непровязанные. И поворачиваем дальними стеночками, одевая обратно на левую спицу. А теперь за дальние стеночки 2 петли вяжем вместе одной лицевой. То есть для чего мы повернули? Для того, чтобы нам красивой косичкой положить вот это убавление. Вот так вот, не нарушая, не делая перекрещивания лицевых петелек. И теперь смотрите, у нас начиная с регланной первой петельки, все петли, включая петли жгутика, платочной вязки и второй вот этой вот петли реглана лицевой, нужно все полностью петельки переодеть на булавочку. То есть берем, открываем нашу булавочку и переодеваем открытые петельки на нее.
Переодели 42 петли рукавчика от первой до второй регланной линии, включая эти петельки реглана на булавочку. Теперь разворачиваем удобным для себя способом. Для меня удобно так, вот я поверну булавочку от себя. И как вы помните, у нас в конце вот здесь вот с задней стороны, как и в начале, убавление. И вот точно так же, аналогично этому, делаем и переднюю сторону. То есть две вместе передние петельки в начале, после регланной второй линии, вяжем вместе одной петлей лицевой, заводя за вторую петельку. Будет это, возможно, не очень удобно сделать, но вы постарайтесь. Если совсем неудобно, возьмите, сделайте это крючком. Вот так вот за вторую петельку связали одну лицевую. И теперь продолжаем петли переда вязать по рисунку. То есть лицевые петли над лицевой гладью. Дальше у нас идут лицевые петли над платочной вязкой. То есть чередование лицевых изнаночных петель рядами. У нас сейчас ряд лицевых петель. Вот так вот все петли, значит, лицевые. Только получается, смотрите, над лицевой гладью я вяжу за передние стеночки лицевые петли, а над изнаночными за дальние стеночки, то есть чтобы петли не были перекрученные. Вот так вот вяжем петли переда до двух последних петель переда перед третьей регланной лицевой петлей. Вот, довязали до двух последних петель и регланная лицевая петля. Мы точно так же одеваем непровязанные петли на правую спицу, затем одеваем обратно на левую, поворачивая дальними стеночками к нам. И за дальние две стеночки мы вяжем две петли одной петлей вместе, лицевой. И смотрите, вот таким вот образом мы повернули, тоже убавление сделали лицевой косичкой к нам. И теперь вот эти петли от третьей регланной линии, включая ее, эту петельку, до четвертой, вот эти все петли, их тоже точно так же, как и на первом рукавчике, такое же количество должно быть, переодеваем на вторую булавочку. И если у вас на второй булавочке 42 петельки, аналогично первому рукавчику, то у вас, значит, прибавления сделаны все верно. И мы, получается, закончили ряд распределения. И, как вы помните, у нас здесь в начале было убавление, то есть мы убавление делать больше не будем. Я сейчас подвину спицу в начало, чтобы мне было удобно вязать, и продолжу вязать по кругу. То есть сейчас, смотрите, у нас соединена передняя часть, спинка в общее круговое вязание. То есть просто продолжаете вязать по спирали. Вот оно, наше начало ряда, как вы помните, булавочка. Вот таким вот образом по кругу. И обратите внимание, что у вас сейчас полуобхват должен совпадать с вашим полуобхватом, если вы увеличивали либо уменьшали размерчик для определенного возраста и определенного размера. И у нас, смотрите, на булавочках остались открытые петельки с одной и с другой стороны. Мы сейчас продолжаем вязать прямым полотном по кругу, по спирали нашу кофточку до тех пор, пока в конце у нас до нужной длины не будет хватать 4 сантиметра. Эти 4 сантиметра мы затем закончим вязать вот такой же резиночкой, как и в начале при горловинке. И точно так же центральные 18 петель вы продолжаете чередовать то лицевыми, то изнаночными петлями, то есть вязать платочную вот такую вот вязку. А остальные петли у вас будут просто лицевые. Лицевая гладь как с задней стороны на спинке, так и с передней стороны по краям от платочной нашей вязки. Единственное, что еще раз повторюсь, не затягивайте петли. То есть у вас не должно отличаться вязание прямое обратное, то есть такими вот прерывными рядами, как мы вязали в начале нашу кокетку. И круговые ряды, то есть не должно ничего отличаться. Вяжите свободнее. Вот, и будет у вас все довольно-таки красиво. Итак, вяжем общую длину кофточки минус 4 сантиметра. И, конечно же, до встречи с вами во второй части, где мы продолжим вязание уже непосредственно обработки низа кофточки и вязание рукавчика.